Выставка «Мастера России» проходит при поддержке торгово-промышленной палаты Одинцовского района. Здесь можно познакомиться с предметами традиционного промысла и современного искусства. Профессиональные художники и любители, все они представили свои лучшие работы. Сергей Сурин из Липецка, ас в темперной живописи на бересте. Каждая работа уникальна. Вы не сможете не обратить внимания на авторские куклы Элиты Картенко. Обычный бухгалтер за несколько лет освоила технику и создает в свободное время эту красоту. Все пришло само собой, захотелось искусства. Просто уже настолько устала от этих цифр, что хочется чего-то такого вдохновляющего, уже как бы душа перерастает, наверное, у каждого человека. Ну, наверное, и моя душа пришла к этому, тоже к этому искусству. Дизайнер Инна Бухина всю жизнь посвятила созданию женской одежды. Каждая модель – особый мир. Нотки авангарда, тонкие элементы классики, помноженные на комфорт и индивидуальность – все это новая коллекция Инны. Просто чем интересны эти модели, они, по моим представлениям и по представлениям моих клиентов, они не выходят из моды. То есть это вот можно подносить час, потом сделать перерыв года на два, на три, потом снова достать из шкафа и снова поносить. К новому пальто нужна новая шляпка. Они представлены на выставке в большом количестве. 10 лет московская фабрика создает лучшие головные уборы для женщин и мужчин. Велюр, фетр, натуральный мех. Производители работают с использованием как отечественного, так и импортного сырья. Кстати, мастера не только познакомят вас со своим творчеством, но и обучат разным технологиям. Например, как обжигать глину в молоке или как расписывать деревянную игрушку. У нас есть плоские заготовочки. Мы как раз подготовили, что ребенок может расписывать на плоской деревянной заготовке матрешку, снежинку, что угодно. А взрослые могут получить также мастер-класс на объемных фигурках. Например, можно расписать будет ангела. И будет замечательный подарок к Рождеству. В рамках выставки «Мастера России» пройдут многочисленные мастер-классы от лучших ремесленников страны. Показ дизайнерской одежды, выставка картин и многое другое. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».